Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Железный Десант Вторжение. Так, потратить, да, одно очко. Что у нас тут? Ага, вот мы, кстати, ботов хотели, защитных и ремонтных сделать. Блин, у нас столько дополнительных заданий и там, и здесь. Ну-ка, что тут, например? У каждой планеты, понятно, есть свои секреты. В общем, уничтожить командный центр противника. Слушай, а по-моему, они повторяются. Нет у тебя такого ощущения? А у меня вот есть. Мы уже такое вроде бы проходили. Но мне кажется, это сделано для того, чтобы ты мог прокачать своих персонажей. Ну, в данный момент именно главного персонажа. В общем, уничтожить здание. Так, давай-ка мы, наверное, начнем с этой пушки. Так, куда нам идти? Здесь тупик, видим, куда-то вот в этом направлении нам нужно будет двигаться. Ну что, давай-давай, энергия, копись. Опа, нифига они. Так, где мой десант? Отойди оттуда, видишь, они горят. А что-то как-то быстро они напали на меня тут. Отходим. Блин, то, что мы горим, это, конечно, не есть хорошо. Значит, нам надо сюда пушку поставить. А именно турель. Так. Ты серьезно? И явился, блин, и запылился. На. Так, пойду-ка я, наверное, своей барышней сбегаю пока. А раз они идут снизу, может быть, наверху где-нибудь есть дополнительная энергия или еще что-нибудь в этом роде. Нет. Ничего абсолютно нету. Плохо. Это плохо. Ладно, все равно пойду прогуляюсь. Так, тут опа, нашли дополнительную энергию. Так, 125 у нас уже доступно вместо 50. Так, раз он здесь шоркается, понял. Отойдите. Блин, мне это не нравится. Они за мной побегут или нет? Побегут. Эй! С какого перепуга вы здесь оказались-то? Так, нам бы не помешало бы на самом деле прокачать бы. Десант, выходим сюда, ё-моё. Зашибись, они меня раскатали. В 3 секунды, скажем так. Там же кто-то бомбит, походу, дела. Ну, конечно же, ребят, конечно же, бомбит. Пока их не раскроешь, никто по ним даже стрелять не будет. Вот в чем проблема-то. А где у нас этот ремонтный бот, которого я якобы выучил? А, он здесь. Ладно, я опять, ребят, на разведку пошел. Опа. Давай. Да что вы, ребята, отвлекаетесь-то? Ну, ё-моё, ну. Ну. Есть. Ага. Не все так просто. Я понял. Подбили. Не все так просто, оказывается. Ладно. Сейчас мы свою героиню сюда поставим. Давай, уничтожаем. Блин, они делают пока по одному. По одному выстрелу. А нам нужно, чтобы они делали
Твою дивизию, еще и сзади появился. Так а вы-то что стоите-то? Вы подойдите поближе-то, господи. Биобласт. Давай, 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 накумариваем их. Я опять, короче, побежал. Так, я этих с собой прихвачу. Сейчас посмотрим. Издалека попробуем, да? Потихонечку издалека. Опа, отряд? Дополнительный отряд, это всегда, ребят, хорошо. Отойдите, отойдите, отойдите от этих. Началось, а? Ну? Блин, их чё так дофига-то? Я не пойму. Кто-то высылает здесь. Я не пойму никак. Чё, вы хотите сказать, что на базу на мою напали? Точно. На мою главную базу напали. Я смотрю, эти ребята совсем опухли. В корень. Ну вы же вроде бы как эти. Давайте, стреляйте. Да, это ж сколько времени надо ждать-то. Где дрон? 75 он стоит. А у меня энергии всего 50. Come with me. Ни туда, ни сюда, как говорится, да? Watch your step. Come with me. Так, а здесь, походу, ничего и нету. Значит, все-таки база основная вот здесь у них получается. Watch your step. Ха. Bravo team, respond. Mining all day through. Так, давай вот так сделаем. Противовоздушную. И турельку поставим. Блин, противовоздушная что-то как-то не справляется. Наверное, все-таки здесь надо ставить противовоздушную, мне кажется. Куда же теперь-то нужно идти? Так, если мы вызовем дрона. Вот, вот это уже будет, ребят, намного лучше. А я, пожалуй-ка, пробегусь вот сюда. Хочу проверить, что здесь у нас происходит. Энергия дополнительная. Да что ты по нему ты не можешь попасть? А если мы ставим, например, две, у нас два дрона будет, получается, летать здесь. 120, это много. Давай, 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 уничтожаем этих. Да нет, вы идите там, вы хоть мины поставите мне. Короче, вот эту надо штуку продавать. О, а дрон еще и помогает нам, оказывается. Ну, это будет нормально тогда. Это будет тогда хорошо. Опа-на.
Выпускает мощный заряд энергии с находящимся на орбите корабля по возможности. Так, по любым врагам. Слушай, нормально. Так, у нас есть? Нет у нас ничего. Че, вот этим вот отрядом, что ли, идти получается? Ну, это несерьезно. Эти пускай стоят здесь. Что там опять-то происходит? Слушай, ну с этим, с роботом как-то намного попроще стало, если честно. Дрон, он хотя бы и помогает, и заодно еще, ребята, и лечит наши базы. Я не знаю, он лечит ли он турели даже лечит. Так это топово. Так, 50, следующий стоит 75. Это уже будет два залпа он делать. Слушай, ну миссия-то вроде бы как повторяющаяся, но сложновато вот это вот уже. Я жду просто 75 энергии, хочу, ребята, до второго уровня прокачать. А вы встаньте сюда, чего вы там стоите-то? Почему у нас в этой турели нету ничего? Глянем-ка сюда. Тут тупик. Значит, где-то база у них вот здесь должна быть. Даже, наверное, вот тут она будет. Скорее всего, так. Мы можем сделать... Давай, наверное, пехоту призовем. Пускай вот сюда идет. Ой, как хорошо ты им сейчас досталось. Блин, а это кто? Да давай ты бомби ты вот этого-то. А, он уже горит вовсю. Так, отойди. Вот она, ихняя база. Давай, 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 ребята. Это последняя база, 100% тебе говорю. Ты, дуреха, ты можешь стрелять сюда по базе, а не по противникам. По противникам есть кому стрелять. Надо в базу бомбашить. Ну. Да последний залп-то есть. Победа. Что нам на это так уровень получило? Блин, и все, что ли? Ну ладно, хорошо. Уровень-то тоже, ребят, нормально. Прокачаем хотя бы... одну полосочку. Так, ультра. Ага, не одну, ребята, а три полосочки прокачаем. Готово. Так, 600 у нас жетонов. Ну что мы можем себе позволить? Так, это вспомогательное здание отправляется на поле боя с орбиты. Оно постоянно создает боевых дронов, выслеживающих и расстреливающих врагов. Для программирования дронов применяются боевики 1970-х годов с планеты Земля. Фига себе, я куплю, ребята, одну штуку. Ну, сейчас я, конечно, ее не буду использовать. Оставим на потом. Готово. Ну что, это у нас основная, да, я так понимаю, миссия. Еще, блин, еще целая куча второстепенных. Пойдем, наверное, на основную. На империйской планете Малкай древний по имени Софос в момент катастрофы вошел в состояние глубокого транса, из которого не вышел до сих пор. Он владеет истиной и знанием Этера, недоступным никому другому из его народа. Открыв ворота через
пустоту, Темная Империя отправили на планету свои войска, чтобы найти и убить Софоса. Мы должны помочь мудрецу покинуть планету, пока сюда не прибыли Темные Империи. Софос — последняя надежда для народа Империев. Сопроводите Софоса до зоны эвакуации. Он должен выжить. Вот так вот. Ну, то есть, получается элементарная защита. Но вот будет ли она элементарной? Отдайте нам Софоса! Так нам не кажется. И совершенно напрасно. Вот он, этот мудрец. Да куда вы пошли-то? Подожди, мне показывают, почему тут туда идти. Там тупик. Это нам, наверное... Опа. Что еще за ниндзя тут? Так, подожди, давай захватим здесь. А куда ты-то летишь? Так, захватим здесь базу. Замечательно. Так, теперь попробуем. А тут получается просто база, да? Без... Блин. То есть без турели она получается у нас база-то. Так, у нас тут информация. Бойцы ближнего боя по своей боевой подготовке напоминающие стражи Империев. Они используют мощное псионическое оружие. Их цель любой ценой защищать Софоса. Древнейший и мудрейший из Империев. Последняя надежда своего народа. Сейчас он находится в состоянии глубокого транса. Его охраняет монахи, которые специально подготовились для этой высокой миссии. А ХП что, им не восстанавливается? У моих-то восстанавливается. А тут нет. Странно, ладно. Куда нам наверх идти, наверное, надо. Зона эвакуации. Нормально. Да, захватили. Теперь опять вниз нам надо идти. Ну и... Блин. Он один-то справится здесь? Это их тут дофига. Ага, эти кристаллы хиляют, оказывается. Все, я понял, будем знать. Да вы достали. Да отойди ты один-то, господи. Ну что ты вот лезешь-то? Давай захватим одну боевую единицу, чтобы в плюс был. Тебе не кажется, что он слишком мощный? Вот мне это как раз и кажется. Мне кажется, надо сваливать отсюда как можно быстрее. Софос, конечно, еле-еле двигается.
Давай, 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 ребята, отдаем звездюлей. Софас. Ладно, погнали. Бежим, 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 бежим сюда. Успел. Да. Спасибо вам. Вы защитили магистра Софоса. Сколько еще он будет в состоянии транса? Пока не найдет способ спасти наш народ из глубин пустоты. Нам пора. Я чувствую, темные империи приближаются. Победа. Отлично. Так, одно очко на улучшение мы получили. Нам повезло, что выжившие империи на нашей стороне. Верно, Софа всегда был нашим союзником. Нельзя позволить темным империям его убить. Вестник объявил его предателем и отправил за ним убийц. Темные империи сражаются с Рад, но не считаются с потерями среди мирного населения. Надеюсь, темным империи не станут серьезной проблемой. У меня дурное предчувствие, но я все же спрошу, почему еще не прибыл посланец артурианцев? Прошу, воздержитесь от... Срочный доклад. Темные империи захватили посланца артурианцев. Вот тебе и ответ на ваш вопрос, почему его давно не было. Потому что его захватили. Ё-моё. Получил отпор. Фига тут. Так, Мунисай, новый герой. Вау. Новый герой Мунисай нам доступен. Это кто ж такой-то? Вот он, да? Мунисай. Открывает большую область вокруг бойца и обнаруживает всех врагов в ней, независимо от того, как, на какой высоте они находятся. Использует псионическую силу, прокручивает свои шляпы и наносит урон врагам вокруг. Кроме того, увеличивает свою силу, может атаковать врагов, перемещаясь со своим мечом. Призывает себе на помощь души 47 древних империйских воинов. Блин, я вспоминаю, ребята, у нас был в первой части тоже, помнишь, чувак, который мог себе подкрепление вызывать? Блин, хотелось бы, конечно, попробовать поиграть за Мунисай. Но и в то же время ультру хочется, блин, прокачать. Взять, что ли, на пробу Мунисай? Например, выбрать. Блин, тут прокачки нужно уже больше. Я так понимаю, что он чисто ближник, у него нету дальней атаки. Так, что мы здесь можем прокачать еще? Позволяет мортире стрелять исцеляющими снарядами. А вот это что такое? Устанавливать мины зенитной батареи. Увеличит урон ремонтных дронов. Давай, наверное, здесь все-таки. Я просто хочу посмотреть, что там дальше будет на последней разработке. Для открытия... Так, получите предыдущие. Возрождение героев ускоряется.
Блин, тут еще дофига, ребята. Если это прокачивать еще по полной программе, да, то есть тут две, тут, например, это, конечно, дофига можно будет улучшений поделать. Такс, основная вот она, да? Темные империи в качестве мести за спасение Софоса напали на нашу базу на болотистой планете Сагунит. Они захватили участника Федеративного Совета и забаррикадировались на базе. Теперь они требуют, чтобы мы вернули им Софоса, или же не казнят посланца артурианцев, как уже казнили наших солдат. Спасите посланца артурианцев. Ну что, друзья, выбор у нас невелик, надо спасать. Не Софоса же отдавать им, да? Который... в медитации уже находится там лет 20. Ох ты. Манусе неплохо выглядит. Я тебе говорю, он ближник, ребят. Он... Ох, ё, ты серьезно? Тут еще и на время миссия. Блин, я ненавижу, ребята, миссии на время. Давай возьмем энергию с тобой по-быренькому. Ну ты прям как этот мне напоминаешь. Как его звать-то? Фига он бегать. Давай-ка вот эту штуку уничтожим. Что-то у меня дурное какое-то предчувствие. Warriors, with me. 13 минут на все про все, блин. Маловато это будет. Нифига себе тут воин. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что там была за пакость такая? Как думаешь, правильно я пошел? Мужик, отойди. Ёк-макарёк. Наверное, друзья, мы неправильно с вами пошли. Наверное, я фиг его знает. А как тут базы нету? Вот я должен вот, вот этим вот отрядом, что ли, блин, все тут пройти и замутузить? Давай, Манусай, вали этого супостата. Отлично. Не такой уж он и мощный. Вижу базу. Вижу, ребята, базу. Блин, эта база-то не моя. Ее надо еще захватить. Берем. Ага. Другое дело. Так, где моя жаба? Жаба-плевальщица. Так, ну, Сай, ты у меня сейчас пойдешь пока один здесь. Блин. Давай сделаем так. Блин, не хватает.
пойду гляну. У нас 10 минут еще, ребята, осталось на запасе. Так, жабу тогда тоже сюда возьмем. Она издалека бомбит, и урон довольно неплохой у нее. Офигеть, он в ближний бой побежал. Так, а здесь... Ну, так вот сделаем. Все, погнали. Йоу! Как тебя быстро заколбасили, а чё... Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Жаба, ты еле идешь, блин. Давай теперь вот эту пакость. Так, он уже созрел у нас. Офигеть, он такой шустрый. Как-то плохо все, ребят. Да достали они уже отпрыгивать-то, отскакивать, отпрыгивать, блин. Жабаненок, подойди, блин, поближе. 8 минут осталось, на все про все. Опять его запинали, а что так он быстро убирает-то, эй? Мне казалось, что он нормальный, это, блин, сам по себе. А тут что-то погибает за 3 секунды буквально. Так, у нас есть энергия? Оу, щит. Биобласт. Вот тебе и в плане, ты не захватил. А, это они хотели захватить, все, я понял. Попробуем сейчас. То есть вот эту штуку мы как бы должны захватить, получается, да? По ходу дела. Видишь, тут какой-то, я не знаю, спящий стоит. Не знаю, что будет, если мы захватим. Так, ну давай, давай, энергия, копись быстрее. Может быть, база это будет наша, я фиг знает. Сейчас посмотрим. Ага. А, так это и был тот пленный. Спасибо, что спасли меня. Я не думал, что империи способны на такое. Они готовы на все, лишь бы отомстить, Рад. Ну и слава богу, спасли и хорошо, ребят. Ну, у меня как бы, ребят, двоякое представление такое об этом Монусай. Да, он очень быстрый, шустрый, у него довольно неплохие, как сказать, спецвозможности. Но, наверное, все-таки я возьму ультру обратно. Опять что-то здесь не лады, а? Опа, кто-то туда упал с подбитого корабля. Так, очки техники мы получили еще одно. Это уже, ребята, радует. Очки техники. Так, наш герой будет быстрее возрождаться. Что дальше идет? Бойцы с некоторой вероятностью возрождаются моментально. Увеличивает поле зрения бойцов и техники. Наверное, все-таки вот это вот, возрождаться бойцам. Может, пару дополнительных миссий пробежимся, друзья?
Очки, нужны очки, ты понимаешь? Я возьму, наверное, все-таки ультру. По возможности лучше, конечно, прокачать всех. Уничтожьте командный центр противника. В общем, все задания второстепенные, они связаны именно с уничтожением командных центров. Ничего оригинального здесь как бы нету. Единственное, что меняется, наверное, уровень сложности. Вначале мы это делали легко. А в плане Мунуса, я же... Ёк-макарёк, ну почему Мунуса? Я же вроде бы поменял же. Ну пойдем, блин, раз уж. То есть он ближник и в то же время как бы и дальник. У него дальний бой — это именно шляпа. Шляпу он бросает. Так, давай мы этих ребят вызовем к нам на помощь. И пойдем дальше потихонечку. Опа, дополнительный юнит. Забрали. Так, теперь, значит, можем здесь звездный десант поставим. Так, и доп. Энергия. Опять же, у него дальняя атака, ребята, не очень мощная против довольно сильных противников. Например, тот же самый железный десант не так легко поддается, как хотелось бы. Ну что ты, ну ёпрсте, ты серьезно? Это же, это не мои, нифига. Это нифига не мои. Так, энергии мало. Так, давай-ка десант пройдемся, тут посмотрим кое-что. Information. Мне нужна информация. Какая тебе нужна информация-то? Иди, куда я тебе показываю, и все. Опа, еще юнит. Еще юнит. Так, захватили, да? А он может независимо выставлять своих духов этих, понял. Это, кстати, круто. То есть независимо от пулебоя он... Опа, а вот что нам как раз и нужно, ребята, уничтожать. Так, отступаем. И как раз сюда все свои сейчас силы мы подведем. Ну все, дрон тут один будет, наверное, справляться, я так понимаю. Один полетает, а я пошел. Уничтожать его на главный этот. Главную базу. Она вот тут, вон она. Мы ее видим. Сейчас запинаем. Ты смотри, как быстро он бомбит. А захватывать? Давай. Ошибочка вышла. Это еще, ребята, не конец. Это не конец, это наоборот только самое начало еще получается. А где дрон-то мой? Вон он. Ну что я тебе мог сказать? Очень даже неплохо он защищает и ремонтирует, и все, что нужно, делает. Так, а где мой, моего главного Мунуса? Блин. Офигеть. Вай, вали этого. All hands to station. Clear as day.
Смотрите, смотрите, какой он мощный. Когда в гневе, он урон наносит просто колоссальный, ребят. Да, подбили, к сожалению, его. Ладно, ничего страшного. А там-то что происходит? Тут все вроде бы как бы успевает, справляется. Пытается, ребят, справляться, и вроде все получается, но... Опять ты погиб. Да уж. Кто там, блин, строчит? Я не вижу его, блин. Вон она, блин, чурла это. Так, эти пускай стоят здесь тогда, получается. Бедный дрон, блин, он просто не успевает. Он просто не успевает. А что будет, если мы его... Он, по-моему, быстрее будет, да? И сверху еще тут... Кстати, тут юнит дополнительный есть. Я хочу 120, ребята, накопить и... прокачать. А, два. Ну, с двумя-то дронами, ё-моё, теперь-то все. Надеюсь. Они достались со своими атаками, а? На тебе. Так, я пошел наверх, короче, вот здесь вот кто-то, ребят, стоит и штудирует, тут как раз еще дополнительная единица для нас есть. Ну все, ты разгневался, давай бомби их. Опа, доп юнит. Что ж там происходит-то? Все... Они все не угомонятся, да? Так, я пошел. Подожди, а куда тут идти, если тут баз вроде бы больше нету вражеских? Не, он в ближнем бою, конечно, намного сильнее, ребят. Вниз, что ли, идти надо? Основные силы, значит, у вас внизу. Давай, 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 уничтожай. Опа, второй дрон. Сейчас мы глянем тогда внизу. Нафиг я тогда наверх там ходил, бродил. Да, вот она, видимо, ребята, их база. Ты видел? Ты видел, на что способен Мунусами, когда он в гневе? Да, ребята, это, конечно, топ. Он просто базу рубит, как, не знаю, как нож масла. В 3 секунды уничтожает. Да, тут, конечно, в ближнем бою с ним не поспоришь.
Так, ладно, прокачиваем следующее, значит. Что у нас тут дальше? Увеличивает до 10% область действия урона по области бойцов и техники. Ускоряет всех летающих бойцов и технику на 15%. Вы начинаете уровень с дополнительными очками командования. То есть дополнительный юнит будет нам доступен. Так, получаем награду. 200 кредитов и плюс боевой модуль. Следующее вознаграждение через 7 часов 59 минут. Ядовитая бомба. Убейте 200 темных империев. Так, ладно. Скоро будет босс первый. Ну что, погнали тогда. Да я поменяю. Поехали. Багровые стервятники разработали новую модель палача, способную при попадании нейтрализировать любую цель. Они обнаружили на планете древний артефакт, который некогда использовался для стабилизации огромных механоидов. Новые палачи с текущим источником энергии слишком нестабильны, поэтому стервятники решили похитить артефакт и использовать его для своей новой разработки. Мы должны их остановить. Не позвольте багровым стервятникам захватить артефакт. Опять должны либо захватить и удерживать, либо отнять. Тут два варианта. Посмотрим. Ох, ё. Так, сразу дрона. Сразу же, ребят, дрона вызываем. Кто-то там уже собирается, по-моему, бежать на нас. То есть этот... Так, первый штурм себя... Я понял, мы должны просто, ребята, здесь оборонить. Ага. Они будут еще и со всех сторон на нас бежать, понятно. Поэтому дрон здесь обязательно... А лучше всего два. Два дрона ставить. Соответственно, и здесь то же самое. Два дрона. Это только первая волна, да, сказали? Да что ж вы так далеко-то стоите, не видите, что ли? Сейчас попробую два дрона, ребята. Или как лучше? Или тут тоже дрон поставить? Наверное, тут, скорее всего, нам надо будет. Не знаю, как лучше. Давай, короче, здесь два дрона сделаем, потом уже там. Как будто издеваетесь надо мной, а? Ну, блин, хочется какой-то, я не знаю, модуль поставить, чтобы видно их было, чтобы они отображались. Пускай стоит здесь. На всякий случай, у нас только, да, только две базы. Видишь, где они стоят? Вот так вот сделаем. Оба хиляет, видишь? Хилищий выстрел делает. Ох ты, это что там у нас? Это палачи, приводимые в действие энергией желтых минералов. Они могут оглушить любую цель в радиусе действия, но при этом теряют устойчивость и легко могут взорваться, получив урон. Каждая атака оглушает врагов по области. Зашибись. Давай ты фай-фай-фай, бомби там по ним. Фай-фай-фай, какая-то на мне. Это у нас... Второй штурм, да, начался? Сейчас будут еще и сверху идти. Мы не видим противника. Давай по нему. Ну, залп есть. Нифига! Нифига!
Давай тройной залп сделаем. Блин, а вот здесь я дрон-то не поставил. Вот и зря. А мы как-то можем друг другу помочь? Ага, здесь есть проход. Надо дрон сюда вызывать, хотя бы один боевой хилищий. Блин, это глушит, это этот же глушит. Ну да, вон он стоит, ёпрсте. Блин, и жабу подбили, да, мою? Боевую. Да он не дает ничего сделать, блин, просто. Пойдем туда, наверх, блин, потому что здесь бесполезно что-то. Нам здесь и не нужно ничего делать. Ёпрсте, вон они где. Бомбите все. А тут аж... Ну-ка сзади. Сзади, говорю. Но они же должны разряжаться, насколько я помню. Что-то они не разряжаются, ни шажа. Они... Во, все. Тут еще и летающие, а? Хорошо, что маленький дрончик нам тоже помогает, летает здесь. Так, осталось еще три волны. Я так рад этому, блин, что еще три волны тут осталось. Вот видишь, стоит тут. А эти стоят, не видят, да, как будто, блин, что здесь кибертроник, блин. Хорошо, красиво его распетрушили. Вон она, очередная волна. Осталось две последние волны. Ну, бомби ты! Нет у меня энергии больше. Я не пойму, эти ребята не видят, что ли, не достают? Не понимаю я. Так, отойди отсюда. Блин, а у меня здесь никого и нету. Вот беда. Так, солдаты, выходим сюда на переднюю позицию. Тьф-тьф-тьф там. Это последняя волна или нет? Сейчас узнаем. Так, справились тут, да? Побежали.
слышать. Я не понимаю, это лазерная турель. Она в оглушении, что ли, стоит, что она не может ничего сделать? Не... Ага, точно. Ну что она стрелять не может, думаю, блин. Все? Защитили, так сказать, артефактик-то этот мой. Доктор, как вы думаете, что это? Судя по энергетическим показателям и конструкции, это источник энергии. Так это правда? Древняя цивилизация использовала этот артефакт для работы своих механоидов? Не знаю, чего хотели стервятники, но Федерация сумеет разумно распорядиться этой находкой. Поднимай. Знаешь, на кого похоже? На Кано из Mortal Kombat, да? Тоже железная пластина, красный глаз. Чувак, поднимай вместе с артефактом. Полетел. Ай, смешили. Ну, ребята, игры от Iron Hate всегда отличались своим юмором. И всякими родом отсылок. Так, ну что, мы взяли артефакт. А не сейчас ли у нас будет босс? Это что такое? Пумс куда-то упал. По-моему, будет босс сейчас. Нет, не сейчас. На следующем уровне у нас будет босяцкий. Так, а сейчас можно прокачать. Увеличит на 10% область. Это я понял. Увеличивает длительность действия целебной мази с 5 секунд до 6. О, как много. Мне бы на самом деле что-нибудь такое посущественнее. Поле зрения всех союзных зданий увеличится на 20%. Увеличит количество здоровья, которое тенька восполняет сама. Вот, в принципе, это было бы неплохо. Давай, наверное, вот это вот сделаем. Фух. Ну что, ребята, думаю, что на сегодня будет достаточно. Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим дальше играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.